Для автошоу, которое сейчас принимает Лос-Анджелес, компания Porsche приготовила несколько премьер, в том числе новые версии электрической модели Taycan, GTS и GTS Sport Turismo. Таким образом, вся линейка немецкой марки теперь имеет исполнение GTS. У новинки расширенный черный декор кузова, более жесткая настройка пневмоподвески, а также фирменная озвучка. У Тайканов, напомним, через динамики аудиосистемы транслируется звук работы бензинового мотора. В пике версия GTS выдает почти 600 сил, а потому при разгоне до сотни лифтбэк уверенно выезжает из 4 секунд. Чтобы самому прочувствовать динамику ускорения, придется отдать почти 10 миллионов рублей. Но куда важнее, что именно этот Taycan первым заполучил новую версию программы управления электросистемой. В итоге на одной зарядке батарейный Porsche может отмахать больше 500 километров. Кроме того, в Лос-Анджелесе представлен универсал — Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Это уже третья кузовная разновидность модели. Вдобавок Porsche рассекретила экстремальную модификацию купе 718 Cayman. Она именуется GT4 RS и в абсолютно серийном виде, без дополнительных доработок, может выходить на старт некоторых гоночных серий. Трековый Cayman оснастили 500-сильным 4-литровым битурбо от модели 911 GT3 Cup. Этот мотор готов раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. Его напарнику, семиступенчатому преселективу, полагаются сближенные передаточные числа. Шасси перенастроено для трековых прохватов. Его ключевые особенности — это жесткие шаровые соединения, уменьшенный дорожный просвет плюс адаптивные амортизаторы. Чтобы уменьшить снаряженную массу, инженеры сделали обшивку пола и заднее стекло тоньше, а заодно заменили крышку багажника и передние крылья на углепластиковые. Вместо боковых окошек появились дополнительные воздухозаборники. Кроме того, приставка RS подразумевает улучшенную аэродинамику, ради которой появились фиксированное антикрыло, увеличенный сплиттер и дополнительные воздуховоды. Вдобавок представлена чисто гоночная версия Club Sport. Ее мотор моментнее, в подвеске установлены регулируемые амортизаторы и стабилизаторы, плюс переделано аэродинамическое оперение, салон полностью раздет. Такой машине запрещено выезжать на дороги общего пользования, зато на трек можно отправляться хоть сразу —